Волшебное настроение в преддверии Нового года не только у людей. Четвероногие друзья с радостью готовы разделить праздничное веселье вместе с нами. Настоящий зимний праздник с развлечениями и конкурсов костюмов прошел в усадьбе Гребнева. На ежегодной корги елкой собралось около 200 четвероногих участников. Для них были организованы традиционные соревнования, корги-гонки и полоса препятствий. Мы готовились долго, заранее, у нас все получилось. Конечно, есть нюансы, в основном погодные. Вот. А так все замечательно. Ну, по выражению лиц можно видеть, что все счастливы, очень все хорошо. У нас очень сильно готовятся к показам, готовят костюмы невероятные. Корги за бегом также у нас присылают постоянно видео, как тренируются. Особенно те, кто уже попробовал. Самой яркой частью мероприятия стал конкурс костюмов. Хозяева проявили свою фантазию, создав для себя и своих питомцев оригинальные и яркие наряды. Участники конкурса предстали в образах героев мультфильмов и сказок. Летом мы не участвовали в фестивале костюмов, но были в забегах. Мы только завидовали, костюмы были классные, вдохновились и вот решили тоже так. Но решили сразу с фурором зайти. А почему костюм Шрека? Нам кажется, что это самый сказочный мультфильм, который под Новый год все смотрят, и супер прикольная комедия, семейная. Волшебная атмосфера праздника, веселые конкурсы и соревнования, а главное – возможность провести время со своими любимыми питомцами. Корги-елка стала настоящим зимним праздником для всех любителей корги и их четвероногих друзей. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.